Кто-то же, мы уже, между прочим, в Анталии. Куда ты идешь? Все, мы получили свой багаж, долетели хорошо, все прекрасно, без опозданий, все четненько. Сейчас нам нужно найти просто-напросто трансфер. Тележки бесплатные, паспортный контроль быстро прошли. Даже никто ничего не смотрел, просто поставили печати и все. А что по поводу ПЦР-тестов? Затем спросили на словах, ПЦР-тест есть при посадке, ой, как сказать, при выдаче билета? Мы сказали, есть и все. Все. Никто даже не смотрел. Но наличие его обязательно. Видимо, знают, что все будут делать. Сейчас у нас будет еще одна таможня. Турецкая таможня сейчас будет. Таможня, таможня, таможня. Все, мы прошли таможню. И мы... Ой, так. И мы в Анталии. Пока еще не в Алании. Но мы уже приехали. Прилетели. И осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Так что сейчас мы найдем свой трансфер. Ириша! Нам нужно найти табличку 7/24. Это вот не эти белые таблички. Ой, как жарко, как хорошо. Да, нам нужно к стойке подойти, правильно говоришь. Вон там, в прошлый раз туда нужно было идти. Я думаю, что и в этот раз туда же. Вот, вот мы туда и идем. Ты прям видишь, написано 7/24? Ну, тележка, ты что, не видишь? Тепло, очень хорошо. Великолепная погода. Трансфер у нас заказан. Кстати, вот я уезжала, когда в понедельник 110 турецких лир, а сейчас 140 на двоих. Вот. Видимо, от степени загрузки зависит. В прошлый раз было, когда я уезжала утром, не было полной загрузки. Видимо, стоимость делили на всех. Ой, как тепло, как хорошо. Но не сравнится с нашим пасмурным Екатеринбургом. Когда мы улетали, был дождь. Все, мы нашли место своей стоянки. Сказали нам стоять здесь. Вот этот вот маленький парень в красной футболке. Он стоит. Ну все, мы стоим. Ты знала, что Алания – это Азия? Да? Стамбул наполовинку держит, делится. Европа, Азия. А Алания – прям Азия. Так что мы в Азии. Мы в Таиланде буквально. Знаешь, а жара, да, между прочим, в июле-то была вот прям... адова. Мы на месте. Это очень хорошо. Это прекрасно просто. Все, мы уже загрузились в трансфер. Положили наши чемоданы. Мужчина нам помог. Сели за стол. Сейчас будем есть. Воды не купили. Тут должна продаваться по 2 лиры. Сейчас купим. Вот тут у них вот этот холодильник должен быть. Люди подходят. Наши сумки вон там. Мы с Аринкой сидим. Ты вымоталась? Нет? Я вымоталась. Мне тяжело, но мне еще жарко. Жарко? Спала и даже два раза поспала. Да, я тоже спала. Я тоже спала в самолете. Хорошо. 4.50 это много. В 3.50, да. 4.50. Мы 4.50 летели? Мы 4.45. Мы как-то, видимо, воздушное пространство как-то по-другому. Обратно 4.20. Ирина купила билеты обратно. Какого ты улетаешь? 23-го. Ну, я, наверное, с ней в этот день разругаюсь и больше видеть ее не захочу. Я так думаю, что так надо поступить. Ну, потому что такое предательство, как это можно простить? Нахрена ты уезжаешь? На работу тебе? Это что-то для меня, думаешь, уважительная причина или что-то, я не понимаю? Очень смешно. Я думаю, что надо как-то вот с ней раскитаться. Давай пожрем, пока сидим за столом. Удобно будет ехать спиной? Да. Да? Все. Такой Мерседесик такой, очень даже ничего. У нас курочка. У нас хлебушек.
сыр и колбаска. Мы сделаем бутербродики и будем ехать без забот, без хлопот. Курочки. Вилочек у нас нет, мы будем руками, мы протрем руки. Вот так. Не задохнулась? Подожди. Ну, да. Идеально просто. Холодно? Холодно? Я потому что воду доставала, она холодная. Идеально, сейчас мы протрем ручки, протрем все, сделаем бутербродики, будем ехать. Ни забот, ни хлопот. Вот. С курочкой. Очень хорошо. Протерли руки. Очень вкусно. Очень. Натурально. Это я лично придумала. Жир будет взять целый. Куда ее? Так в холодильник оставила. Нет, я не поеду. Да охотом по холодильнику. Да чуть-чуть не доели вчера. Помидор, холодец, картошку. По холодильнику. Да. Вообще, знаете, еда не... Баночку помидорчиков сырой, да? Нет. Не, не надо. Чи что-то соль не хочу. Попробую. И чё икаю? Одной рукой тут не просто так взять. Внутри ты чё, бананы напоминаешь? Нет. Бананы-то не на пальмах растут. А, просто. Это синенькие. Ну, что-то такое. Знаете, что такое хлебушек зерновой? 1,9. Где, вкусно? Очень. Угу. Ешь курицу? Угу. В колбасе ничего не будет. В колбасе ничего не будет, да? Правильно говоришь. Буду курицу пороть. С у него воду купим. У него по-любому есть. 100%. Это стакашек, да? Стакашки в таком прямого. Они должны бесплатно давать. Они должны бесплатно давать? На междугородних автобусах. Когда вот я ездила в Стамбул из Алании, печеньки давали. Да, печеньки, всякие снеки. Вода, чай, кофе. Ура, мы поехали. И опять остановились. Опять что-то. 13:00? 13 больше. Не знаю. На Туркиш, да? 13:45 время. А, не, правильно, 11:45. 11:45 время, да. 11:45. Угу. А тоже не перевелись часы. 4 часа. Нет, у меня перевелись, получается. 11:45. Это потому что у тебя iPhone, да? Почему не автоматом сейчас? Пардон. У меня не перевелись. Арабада Wi-Fi варма. Ага. Не сказку попал, мальчик. Снится-то нету, понимаешь? Вообще. Вкусно поели? Ну все, мы добрались. Я дома. В общем, логическое завершение всего банкета. Сумки здесь. Буду раскладывать. Иришка в душе. В общем. Буду потихоньку разбирать вещи. Время 2:30. В общем, мы дома. Слава Богу, мы добрались. Мы дома. Все в порядке, все на месте. Балкон. Иринке квартира очень понравилась. Ну, потом она сама поделится этим.
Ну, в общем, я хочу достать рыбу, у меня здесь колбаса, и частично разобрать хотя бы одну сумку. Все, мои дорогие, пока. Моя звезда. И, конечно же, я тебя не и тропический душ делаешь? Нет, конечно, ну ты чё хоть? Я чё хочу, чтобы мой канал забанили, что ли, от голой женщины красивой? Все, давайте, пока.